Так, есть у меня кисточки. И кончики у них, видите, какие заломленные. И кисти мне эти нравятся. Особенно вот эти вот красные. Я их заказывала с Алиэкспресса. И прослужили они мне очень-очень долго. Видите? Я слышала то, что можно как-то восстановить кончики. Это синтетика, имитация белки. Так вот, слышала то, что можно как-то их восстановить при помощи горячей воды, кипяточка. И, собственно, в этом коротком видео я буду пытаться это сделать. Эта кисточка поновее намного, ей всего, не знаю, полгода, наверное, где-то. Заказывала я здесь с Озона, маркетплейсом. А этим уже, наверное, пару лет. Приступим к эксперименту. Правдивы ли советы с интернета по поводу восстановления синтетических кистей? Вот у меня кипяточек. Так. Возьму салфеточку. Ну, пока я вижу кончик такой же кривоватый. Пробуем еще. Ну что? Не вижу, кончик еще немножко кривоват. Но уже намного лучше. Давайте посмотрим следующая кисточка. Это докипятка. Хочу восстановить эти кисти, потому что они реально много вмещают в себя водички. Они мягенькие, но в то же самое время они упругие. Кстати, по-моему, помогают.
сейчас еще раз для закрепления. Да, по-моему, помогает. Еще раз вернусь к первой кисточке, там у нее кончик немножечко кривоват был. Здесь немножечко, конечно, еще остается, но посмотрим, сейчас они остынут. Я окуну их в обычную воду. Посмотрим, как они будут держать кончик. Последняя заключающая, третья кисточка. Задела штатив. Так, ну что, сейчас полностью остынут кисточки и проверим на обычной водичке, как будет держаться кончик. Итак, давайте посмотрим, что у нас вышло в итоге. Я намочила кисточку. Кончик вроде остренький. Какую-нибудь красочку сейчас окунем посветлее. Ну да. У этой кисти вроде все нормально, но эта кисть была самая простая. Ну, этот кончик немножко все-таки завернут. Ну, вроде стал ровнее. И третья кисть.
Ну, конечно, было намного хуже. Так, ну, в общем, выводы мои такие. Реанимация кисточек кипятком возможно в том случае, когда кисти не совсем убитые. То есть по сравнению с тем, что было раньше, если получится, я закреплю вот в этом уголке кадры кистей до и сейчас. Сравните, посмотрите. Может быть, кому-то это поможет. Ну, с другой стороны, в принципе, таких видео много. В любом случае, я буду очень рада вашей подписке, лайку и комментарию. Всем спасибо, всем пока!